Абель Санчес считает, что Флойд Мейвезер-младший может заинтересоваться поединком с Трипл G в будущем. Если Головкин сможет побить рекорд по защите титула в среднем весе Бернарда Хопкинса, то, как считает Санчес, Мейвезер будет всерьез рассматривать вопрос о возвращении ради боя с казахстанцем. На данный момент Головкин осуществил 17 таких защит. Все нокаутом. Хопкинс удерживает рекорд в среднем весе, 20 раз защитив титул чемпиона мира. Собравший в среднем весе 4 пояса Головкин, как ожидается, может провести бой 10 декабря в Нью-Йорке, потенциально против обязательного претендента Дэниела Джейкобса. 39-летний Мейвезер, бывший чемпион мира в 5 дивизионах, ушел из бокса в сентябре прошлого года после победы единогласным решением судей в 12-раундовом поединке над Андре Берто. Он отрицает возможность своего возвращения, но при этом проскальзывают намеки, что Флойд мог бы рассмотреть такой вариант, если бы его заинтересовали деньгами. Головкин говорил, что Мейвезер является единственным боксером, ради которого он будет рассматривать возможность понижения в весе. Мейвезер раньше владел титулами чемпиона WBC и WBA в первом среднем весе, победив Мигеля и Сауля Канело Альвареса. Головкин гоняется за Мигелем и Канело уже на протяжении некоторого времени, однако без успеха. У Флойда имеется одно качество – он – блестящий бизнесмен, который думает о том, что оставит после себя, и о том, как он будет выглядеть в будущем. Я думаю, что единственный способ заставить Флойда принять бой с Головкиным – заставить его считать, что он может победить, и дать ему те деньги, что он хочет, ведь он блестящий бизнесмен, – сказал Санчес. Если Головкин продолжит делать то, что он делает, и побьет рекорд Хопкинса, я думаю, что тогда Флойду будет интересно победить парня, который побил рекорд Хопкинса в среднем весе. Думаю, это то, чего Флойд захочет.